Алейкум, всех приветствуем, друзья. В наличии вот такая вот новинка, отличный набор с топором многофункциональным СССР. Колчан выполнен из натуральной кожи. Вот такая вот кожа. Покажи ближе, она не боится, не мнется, не ломается. Это натуральная кожа. В состав входит 6 шампуров из стали 40Х13. Шампура шикарные. Тройка толщина. Не гнутся. Рукоять не прогревается. Деревянная рукоять, орех. Также входит вот такой вот фляжка, вот такая вот. Можно нанести гравировку любую по вашему желанию. И 4 стаканчика, их тоже можно добавить, убавить и так далее. Можно добавить мангалы складные. Также в набор входит вот такой вот топор СССР. В топоре у нас встроен вот такой вот филейный нож. Нож для мяса, для разделки овощей, фруктов. Проверим заточку на ноже. Смотрите, просто бритвенная заточка. Так, вместо кухонного ножа можно использовать. Смотрите, как тонко нарезает. Вот такой вот нож, топор. Также в топор, в состав топора входит вот такой вот розжиг. Это очень необходимая вещь для тех, кто на природу. Вот убираем вот красочное покрытие. И вот так вот, таким простым таким взмахом можно развести огонь. Вот, очень эффективно работает. Не раз про этот. И также свисток есть. Не раз мы это показывали на наших тестах. Также топор очень надежный. Можно вот дрова там заколоть для шашлыка. Так, и с обратной стороны топора у нас молоток. Не будем здесь показывать всю мощь топора. Просто не очень удобное место мы выбрали для обзора. Мы показываем, что топор не боится ударов и так далее, а так он режет, рубит и так далее, все. И также он компактно размещается на наборе, нож вот так размещается в рукоять. Ничего не мешает, все абсолютно компактно, четко. Для перевозки, для подарка самое отличное решение.